Всем огромный привет! Сначала украшаю торт шоколадными подтеками. Здесь я растопила просто шоколад. Любой можно купить в магазине плитку шоколада, растопить и делать такие подтеки. И затем вливаю просто шоколад и распределяю его по торту. Торт заказал мужчина для своей любимой тещи. Попросил сделать торт с цветами, но как по минимуму цветов, чтобы торт был не наляпистый, нежный и красивый. А торт в начинке медовик с карамельным кремом, черносливом и кургой. Пока глазурь не застыла, быстренько посыпаю вот такой вот сахарной посыпкой. Внутри там получается такая вот как рисовые шарики. Они вкусные, нежные такие, мягкие, воздушные. Розы буду делать двух цветов. Получается, роза будет двухцветная. Отсаживаю кремовую подушечку такую большую и начинаю делать розовым кремом шапочку и отсаживаю лепестки. Вот такая будет серединка розы. И остальные лепестки я уже буду делать белого цвета. Получатся такие нежно-красивые розы. Вот такая пышная нежная роза получилась, и отсаживаю ее теперь на торт. И заказчик мне уже вчера отписался по поводу тортика, написал, что теща его была в восторге, не ожидала такого подарка от зятя. Мне, как всегда, очень приятно, что мои торты вызывают такие положительные эмоции. Вот такой насадкой отсажу листья. Такой насадкой листья получаются широкие, красивые. Можно делать листочки поменьше, можно сделать большие широкие листья. Вот такой нежный, красивый торт получился, ничего лишнего. Такая красота.